Наконец-то мне прислали подмогу. Ситуация критическая. Слышишь, критическая. Нужно действовать быстро. Да. Меня зовут Карлсон. Я главный по колодцу. Я был внизу, проверял оборудование. Вдруг ворвались бандиты, стали везде шарить. Еле выбрался оттуда. А теперь они угрожают отравить воду. Знаешь, что тогда случится? Городу конец. Этого нельзя допускать, черт возьми. Надо разобраться с бандитами. Надежда только на тебя. Хорошо. Останови их и забери яд, пока они не отравили воду. Я дам тебе электрострелы. Если какой-нибудь тупой бандит стоит в воде, стреляй в воду. А теперь иди и удачи. Они выскочили из ниоткуда и схватили нас. Поможешь? Бандиты уже за углом. Возьми электрострелы и сделай, что сможешь. Держи ухо востро. Проще простого. Тупицы были даже без пушек. Не нашел, что никто здесь нет. Поищи. У меня мясо в зубах застряло. Надо заточить мой клинок. Поднять голову. Нужно же чем-то дрожаться. Давайте найдем его. Вон там! Я тебя по стене размажу. Чужак!
Он здесь! Я... Ты! За ним! Я его сделаю! Иди сюда, сукин сын! Он там! Я тебе голову снесу! Там! Иди сюда, сукин сын! Хорошо! Смотри, куда стреляешь! Ваш... Я тебя на... Я увижу! Чужак! Твоя кровь только украсит стены! Иди сюда, сукин сын! Я его сделаю! Мне это не нравится! И остальные! Он здесь! Взять его! Быстро! Беру его на себя! Я тебя по стене размажу! Он там! Твоя кровь только украсит стены! Порви его! Что за черня? Я тебя по стене...
нужен новый клинок. Что это? Позапчинку! Мочи этого говнюка! На, жри! Шевелись! Кто-нибудь, подавите его! Вон там! Пришлите подмогу! Получи его! Пошли! Твоя кровь только украсит стены! Где остальные? Кевелик! Убить! Отступай! Берегись! Разнеси его на куски. Получи и распишись. Нам тут всем пи... Получи... Он здесь! Взять его! Быстро! Сами!
Я его сделаю! Я тебе голову снесу! Там! Взять его! Беру его на себя! Иди сюда, сукин сын! Ты! Внизу! Сюда! Пошли! Респо, открой эту дверь! Этим и занимаюсь! Вот черт! Трусьядом. Как будет? Я тебя на кусочки разрежу. Я тебе в голову снесу, рублю червей. Получил, что хотел. Я вон там. Твоя кровь только украсит стены! Попал! Там! Он нам пистолей навалял! Вот он! Быстрей, забирай этот яд!
Воу, ты молодчина, друг. Эти бандиты даже не поняли, в чем дело. Теперь они знают. Нас так просто не возьмешь. Здравствуй. Хай, красавчик. Ходят слухи, правительство снова что-то затеяло в мертвом городе. Я не слишком-то доверяю слухам, но если окажешься там, будь начеку. Он был спасен. Однако из-за сильных повреждений возможности колодца сильно ограничены. Поэтому проявите терпение, если подача воды будет задерживаться. Карлсон работает над устранением неполадок, и даю вам свое слово, что скоро все будет в норме. Благодарю вас за понимание и терпение. Просто с ума сойти. Ты вернулся живым и спас целый город. Бандиты теперь подумают, прежде чем связываться с нами. Теперь насчет яда. Не знаю, что в нем такое, но явно ничего хорошего. Надо бы показать его старому квасиру. Может, опознает. Здесь его по-любому держать нельзя. Слишком опасно. Отвези это ему. И он поймет, что делать, если бандиты применят это снова. Знаю, я многого прошу. Но ты не сгоняешь к нему на север? Вот с этим ядом. Спасибо за помощь. Осторожней там, в пустошах. Смотри, не позволь яду попасть в чужие руки. Ты молодец. Если бы источник оказался в руках бандитов, нас бы всех прикончили. Привет. Мы его брата схватили, чтобы допросить про сопротивление. Надеюсь, он не проболтался. Конечно же. Добрые жители источника. А где Отто? Бывал на гонках, а теперь пропал. Спорим, его сцапало правительство. Только сболтни что-нибудь, и тебя нет. Я сразу узнаю парня из Ковчега. Что ж, друг, могу предложить тебе кое-что. Мне по случаю достался этот нано-мега-ускоритель, знаешь? Он заставляет дефибуллятор, короче, штуку у твоего сердца работать лучше, типа того. Взамен мне нужен филтрит. Достань мне 20 кусков, и я подарю тебе кое-что для сердца. По рукам? Ну, ты просто адский молодец. Эти кусочки филтрита меня обогатят. Большое спасибо, парень. И вот тебе мой подарок. Счастливо. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу.
welcome back. When are you gonna show me your BFG? Remember when I took that giant scorcher down? Open world. That's funny. Remember when I took that giant scorcher down? Open world. That's funny.